воскресенье в Самарской области ожидается ясная погода без осадков. Потеплеет. Температура днем плюс 23, плюс 27 градусов. Ночью 17-19 выше 0. Ветер западный, юго-западный. Скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно. Днем плюс 28, ночью плюс 18 градусов. Западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясно. Температура воздуха днем плюс 26, ночью 19 градусов выше 0. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 33%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.